Каникулы в Магадане начнутся на неделю раньше. Из-за непростой эпидемиологической ситуации в областном центре ученики школ и учреждений дополнительного образования уйдут на отдых 26 октября, а должны были в начале ноября. По словам сотрудников департамента образования, такие меры предприняли, чтобы разделить поток детей и педагогов в целях профилактики заражения коронавирусом. Все-таки достаточно большое количество заболело педагогических работников, увеличилось количество заболевших детей, увеличилось количество классов комплектов, которые мы вынуждены были вывести на дистанционное обучение. И фактически порядка около 22% классов комплектов детей у нас находятся на дистанционном обучении. И проанализировав всю динамику за последнюю неделю, пришли к выводу о необходимости срочного разобщения педагогического и детского коллектива. На данный момент около 90 детей и 70 преподавателей в Магадане имеют положительный тест на COVID-19. Их перевели на дистанционку. Во время каникул для педагогов сделают удаленный режим работы. Однако учителя, которые не находятся на самоизоляции и больничном, смогут посещать школу и работать очно.